Всем привет! Сегодня я хочу сделать эксперимент с йодированной солью. Так как у меня малечки сейчас, я ввожу на лупе Артемии. И вот сегодня я решила сделать раствор для вылупления Артемии из йодированной соли. Вот у меня есть такая баночка двухлитровая, у меня таких две, даже три. В чем прелесть этой банки? У нее очень широкое горло, видите, и большая поверхность соприкосновения с воздухом, кислородом. Артемию я вывожу без аэрации на обычной водопроводной холодной воде, то есть это даже вода не из аквариума. На такую двухлитровую баночку я сыплю, кладу 2 столовые ложки соли. В данном случае это будет йодированная соль. И примерно чайную ложку яиц Артемии. У меня вот такие вот пакетики. Новые пакетики я храню в морозилке, а открытые пакеты храню просто в холодильнике. Вот такой пакет. Так что сейчас я как бы насыплю 2 столовые ложки соли йодированной. И посмотрим, что будет. Вот, смотрите, я уже вторую ложку сыплю. Вот, так как я, как бы, скажем так, работаю одной рукой. Вот, я ее хорошенько перемешиваю до полного ее растворения. Ну, она мелкая, она растворяется быстрее, чем крупная соль. Это соль йодированная. Вот, все. Размешали. Так, размешали. Так. И сюда я сыплю, ой, примерно чайную ложку соли. Это яиц Артемии, вернее. Ну, так как я уже это делаю не первый раз, я сыплю примерно, ну, вот так примерно. Даже немножко многовато, но ничего. Все, теперь я ставлю эту баночку на окно, на солнечный свет. И должна она вылупиться примерно через 36 часов. Если вылупится пораньше, то уже будет еще и лучше. Посмотрим вообще, как бы вылупится ли что-нибудь из йодированной соли. Вернее, не из йодированной соли, а из налупи яиц Артемии на основе йодированной соли, скажем так. Потому что многие пишут, что йодированная соль как бы не подходит для налупи Артемии. Ну, посмотрим. И очень хороший стартовый корм для мальков. Посмотрим, что вылупится. Подождем. Всем привет! На удивление, в этот раз прошли буквально сутки. Ну, чуть больше суток. И смотрите, уже Артемия начала вылупляться. Та же баночка. Смотрите. То есть для вылупления Артемии годится любая соль. Можно так сказать. И йодированная, и не йодированная. И выход уже прошло. Сколько прошло часов? 29 часов прошло, скажем так. И Артемия вылупляется без аэрации, без всего, на обычной воде. Вон видно, как она там шевелится. И это очень хороший стартовый корм для малька. Вон видно, да, она шевелится. Так что йодированная соль абсолютно не помеха для выведения Артемии. Если у вас нет обычной соли. Вот у меня как бы таких две баночки. Одна уже готова, уже можно кормить малька. А другую я только поставила. Вот смотрите, очень хорошо видно, как она шевелится. Вон видно хорошо. Артемия вылупляется. Выход очень большой. Почти 100%. И это прошло
Еще даже не прошло 36 часов. Если еще подождать, то будет еще больше артемии. Вот, так что соль в этом деле не главное. Он там и внизу, там вот ее полно. Так что можно процеживать и кормить уже малька. Вот. Он видно, как она там хорошо, он шевелится на дне. Так что в этом ничего сложного. Если она плохо выводится, значит, у вас плохие яйца артемии. Он на лупе там шевелится. Так что процеживаем и кормим малька. Так как вода соленая, я немножко и отмываю. Вернее, промываю водой. Вот, это касается как бы, это сомов и цихлид. А если у вас живородка, то даже как бы слегка подсоленная артемия, ей не страшна. Наоборот, даже немного полезно. Так что вот такой вот мой эксперимент с йодированной солью очень даже удался. Всем спасибо, всем пока. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Grow.